Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я начинаю показ дополнения только что вышедшего к шестой циви под названием Rise and Fall. Уже, смотрите, вот прикол, новая менюшка, да, тут новое оформление, но до сих пор написано «Скоро выходит дополнение». Не все у них сразу работает, как всегда. Ну что ж, давайте я начну одиночную игру. Сетевую партию я тоже, естественно, в ближайшее время сыграю, чтобы вам показать. Но начнем с одиночной игры. На божестве я долго думал, за кого играть в первую очередь. Сделал даже опрос у себя на канале. Там лидирует, кстати, Грузия, по-моему, 41%. На втором месте Шотландия 38%. На третьем Нидерланды, по-моему, 36% и 35% Корея. У всех остальных намного меньше. На последних местах Кри. Я про новые цивилизации. Естественно, буду за новую цивилизацию играть. Кри и Мапучи вообще нафиг никому не нужны, типа. Ну, я так понимаю, что просто в наших Палестинах не очень любят индейцев. Не особо они интересны, особенно такие малоизвестные. Но я хочу сыграть за Корею в первую очередь. Объясню. Причины. Это нация на науку, видите, на культуру и науку, и уникальный район у Кореи на науку. Это будет проще в некотором смысле, как мне кажется, на божестве, и кроме того, здесь у них способность 10% культуры и науки от губернаторов, то есть я буду вынужден новую механику в любом случае использовать, и получше с ней познакомлюсь с механикой губернаторов. А во-вторых, вот я недавно стримил игру за Корею в четвертой цивилизации. Прям даже будет интересно сравнить. Поэтому я выбираю Сандок как нацию. Но дополнительно, естественно, я поставлю все новые нации против себя. Так, скорость игры я сетевую сделаю, чтобы это все быстрее было. Давайте посмотрим, какие тут новые карты появились ли вообще. Нет, по-моему, нифига ничего нового не появилось, поэтому поставлю Пангею традиционную, размер карты огромную, на 12 игроков. И давайте ставить новые нации, какие появились. Вот Нидерланды у нас будет, Вильгельмина. Дальше, вот у нас будет... Кстати, обратите внимание, что у Австралии изменился цвет. Они раньше были оранжевые, теперь вот такие черно-зеленого цвета. Так, Лаутаро, один из индейцев новых. Дальше Кри добавим с Poundmaker. Так и не перевели его на русский язык, кстати, Poundmaker. Хотя в традиции русскоязычных переводов индейцев обычно их переводят их ники. Роберт Брюс, шотландский чувачок у нас будет против нас играть. Ну, за Сандок я играю. Тамара грузинская. Вот это, конечно, интересная новая нация. Ну, интересно, что именно Грузию выбрали. По-моему, это... необычный такой выбор. Смотрите, у Чаки и у Китая они даже рядом, и одинаковые такие цвета. Сейчас так, подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще одна нация должна быть, и еще один новый лидер у индусов будет. Ну вот, Чингисхан новая нация, потом индус у нас Чандрагупта, извините, за Индию. Ну и две, пускай будет случайная, давайте тут не будем выбирать. Так, значит... Уровень сложности божество, древний мир, скорость сетевая, размер карты огромный. Возраст мира, тут все стандартное, поставлю, пускай будет. Ну, уровень моря давайте низкий. Все победы включены, никаких новых побед опять же не появилось. Без двойников, лимит ходов по скорости игры. Варвары оставим, племенные эти все оставим, все оставим. Радиус обзора у союзников объединяется. Ну что, поехали. From the first stirrings of life beneath water. Ну что ж, начинаем игру. Сразу есть руководство к новому дополнению. Совершайте великие дела, следите за своим счетом эпохи. Это чтобы тут появилась механика золотого века и темных веков. За лояльностью надо следить, губернаторы. Союзы могут быть разного уровня. Могут наступать кризис. Мини-панель города обновлена, она стала понятнее, информативнее. Ну, то, что нам тут пишут, не факт, что она так будет, это надо будет в игре сейчас проверить. Какая судьба ждет вашу державу в шестой циве?
Ну что ж, как всегда, в начале офигительное ощущение, что что-то новое, но сразу давайте глянем на способности Кореи. Вот рудники получают плюс одну науку, если рядом находится Савон, то бишь уникальный район, и фермы получают плюс одну пищу, если рядом находится уникальный район. Но при этом этот самый уникальный район имеет интересную особенность. Его желательно не строить рядом с другими районами. Вот смотрите, он сам по себе дает кучу науки. Уникальный район Кореи для научных исследований заменяет кампус, дает плюс 4 науки. Но это, видимо, на быстрой скорости, потому что так было видно, что он плюс 6 дает. Можно строить только на холмах. Но при этом за каждый соседний район он дает минус 1 науку. Но плюс одну науку за каждый соседний район правительственной площади. То есть он должен соседствовать только с правительственной площадью и все. Так что в данном случае, если я тут город поставлю, то надо будет вот здесь, видимо, район ставить. А уходить я не думаю, что с этого места стоит. Нормальное место. У нас есть гипс, пшеничка, речка и даже пустыня, если что, на какую-нибудь Петру. Так что давайте начнем сразу с постройки. С постройки города. Принадлежит цивилизации Кореи, первоначальная столица. Видите, тут все действительно по-новому они переработали. Ну и начнем на божестве. Давайте, наверное, сразу с юнитов начнем. Так бы я, наверное, разведчики строил, но на божестве тут, если кто-то рядом. Правда, нам обещали, что переработают генерацию карты. Но на божестве ребята могут очень быстро к нам прийти. Давайте посмотрим на дерево исследований, что у нас тут поменялось. Пока все выглядит так же, как и было. Ну, нет ощущения, что какие-то связи изменились, честно говоря. Все, экономика. Ну вот, теперь для ускорения сталеварения надо построить угольную шахту и броненосец еще и построить. То есть немножко замедлили движение здесь внизу. Ну так, выглядит все то же самое на самом деле. Давайте, пожалуй, мы с чего начнем. Пшеницу ускорит, горное дело нужно. Ну давайте с горного дела начнем. Так. Ход эпохи, ну пока еще непонятно, тут еще ничего. Следующий ход. Так, вот наша летопись. Это будут всякие исторические моменты происходить, тут они будут отображаться, тогда будет интересно это все смотреть. Губернаторов у нас пока нету, для того, чтобы их нанять, нужно набрать определенные очки губернаторов, а это специальный район должен быть. Кстати, интересно, где он открывается, этот район, потому что наш-то основной район в письменности, естественно, научный. А вот где район правительственный? Вот, правительственная площадь в трудовой повинности, понятно. Так, ну пока тут никого нету. Никого рядом нету, что я обрабатываю. Я какую-то фигню обрабатываю. Надо на рост. Почему тут вот одна еда, и он так радостно ее начинает обрабатывать, хотя я поставил и рост, и производство. Надо было, конечно, сразу. Один ход я вот эту клетку обрабатывал, но не очень правильное решение. Вот тут, наверное, надо будет смотреть, потому что тут идет гряда гор, и они явно мне больше помогут строить научные мои районы. Я сейчас этим пращником пойду вот вдоль реки, посмотрю, что у нас тут происходит. О, а вот и новый ресурс, уникальный янтарь. Вот он как выглядит прикольненько. Тут несколько будет еще новых ресурсов. Не знаю, увижу ли я их в этой игре. Ну, пока пращников строим.
Пока у меня город растет, строим пращников. Возможно, я не спорю, что возможно стоило все-таки разведчиков строить. И понятно, что в сетевой игре против людей именно разведчиков надо строить. Но дело в том, что у компьютеров очень большие бонусы на божестве. И у них сразу там два города, куча армии. И если какой-то компьютер сейчас окажется рядом со мной, то он стопудово нападет. Ну, они обычно нападают просто потому, что они понимают, что у них дофига армии, а у меня ничего нету. Так. Я, пожалуй, дальше хочу расти. Блин, 6 ходов как-то долго. Откровенно, 11 ходов. Ну, один ход прачник построится, а так 2 хода. 6 ходов. А у меня вообще есть тут что-нибудь на еду поближе? Не, нет, вообще практически. Зато у меня производство, конечно, прилично. Такой производственный город, но еды практически нету. Что, конечно, мне... Ну вот, смотрите, не меняются 6-2 правильные цифры, а тут они не поменялись. Тут 11-1. Я не знаю, когда они этот вот баг исправят, потому что это длится... Они поменяли интерфейс этой иконки, да? Но баг с показом правильного количества ходов не изменился. Ну, что это такое? Ура, первая руинка. Так. О, первый город. Продвинулся международный. Я что, нашел новый континент какой-то? Да. Да, отлично. Это здорово. Но Вильнюс я, по-моему, не первый открыл, да? Жаль. Очень жаль. Значит, тут где-то другой игрок еще бегает. Международная торговля. Только сейчас появилось, что доступно дополнение. А я уже играю. Вот так вот. Так. Куда мы дальше пойдем? Ну, уже вот наводство, наверное, потому что надо будет мне 3 клетки обработать. Сначала пшеницу, потом... Да, давайте же вот наводство. Так. Ну что, в хронологию, наверное, сейчас войдет то, что я руинки исследую. Первая запись в хронологии будет какая-то. Да, видите? Контакт с племенным поселением. Ваш народ переживает исторический момент. Благодарные жители деревни приносят подарки и присоединяются к вашей цивилизации. Плюс один к счету эпохи. И вот смотрим по эпохам. То есть мне, чтобы следующее... Эпоха была не темный век, надо набрать 12 очков и больше, а золотой век 24 очка. Ну, посмотрим, насколько мне это удастся. А вот Вавилон я нашел первым. Кстати, вот это новый город государства в 6 циви. Давайте посмотрим, что он дает. Во-первых, он под моим влиянием. Во-вторых, его уникальный бонус какой? Плюс 2 науки за каждый шедевр литературы и плюс 1 науку за каждую реликвию и каждый артефакт. Ну, для цивилизации, которая пытается победить культурой, чтобы не потерять при этом науку, это очень неплохой город будет. Между прочим. Так, я думаю, куда мне пойти этим пращником. Конечно, желательно 3 пращника построить, потому что это будет ускорение, потом 3 лучника, это будет ускорение. Но давайте начну уже, наверное, строителей построю. Вот счетчик эпох. Как я понимаю, половина нации должна перейти в следующую эпоху, чтобы общий счетчик эпох прошел дальше. Да, видео это выходит при поддержке глобальной космической стратегии consolewar.ru. Не забудьте туда заглянуть. Там игры длятся намного-намного дольше. Вроде игроки собираются в апреле какую-то масштабную битву провести. Будете регистрироваться, не забудьте ввести
кодовое словосочетание Лёша играет. Так, давайте плюс 5 против варваров возьмем, просто потому что у меня нету юнитов разведки, мне нету смысла это брать. И золоту, золото и вера или производство, вот в чем вопрос. Вообще производство у меня вроде неплохо идет. Может попытаться пантеон взять какой-нибудь. Блин, ну производство... Производства мало не бывает, вот честно вам скажу. Много, много. Производства много не бывает. Поэтому, пожалуй, его возьму. 2-3, блин. Вот тут не влазит город, к сожалению. Ну, то есть, я бы мог поставить на реке, чтобы получать... Так, исследуйте новый континент. Ну, давайте пока в народную торговлю пойдем. Мастерство 3 клетки обработать. Так. Тут город постепенно растет. Ну да, надо жителей больше. Надо жителей, иначе я просто поселенцев не смогу устроить. И в первую очередь надо будет эти вот две клетки на еду обработать. У меня медленно город растет. А каждая... Каждый поселенец будет забирать одного жителя, поэтому лучше что-то на еду в начале. Апельсинки. Да, ну тут куча... Куча... гор. Это явно вот под Корею все сделано, чтобы можно было строить. Видите, я вот здесь могу еще свой этот лагерь... Ну, мне кажется, вот тут надо строить, а тут будет, например, та же самая государственная площадь. Да, ходы, кстати, трудовато как-то. Гляться, по-моему. Ускорили орошение. Кстати, оно как-то ускорилось не на 50%, обратите внимание. Видимо, патчем немножко поменять. Или это у Кореи так? Оно меньше ускоряется. Так. Давайте. Ну, дальше пойдем. О, еще руинка. Ну, тут прикольное место с апельсинами такое. Ну, судя по тому, что я до сих пор не нашел никаких соседей, вполне может быть даже теперь нормально генерируется. Вот, кстати, чьи-то границы. Но это, наверное, города-государства еще одного. Что тоже неплохо, потому что третий город-государства, я ускорю политическую экономику. Так, давайте еще одного пращника, и потом посева. Хотя это, если это другое государство, тогда мы все-таки очень близко находимся. I thought clay must feel happy in the good potter's hand. Так, амбар открыли. Нет, город-государство, политическую философию ускорили. И это Кабул. Мы его открыли первым. Мне не очень нравится, как он расположен. Немножко близковато. Ну, в любом случае, вот где-то второй город я буду где-то тут ставить. Раз, два... Три. Вот тут, наверное, прям рядом с янтарем. Давайте пометим. Забьем местечко. Так. Так, тут уже внизу у нас тундра. Тут мы все исследовали. Тут, кстати, пройти невозможно вот сюда вниз. Поэтому пойдем вверх смотреть. Дальше мы овцу обработаем. И исследуем орошение. Я бы, конечно, письменность начал, чтобы сразу уникальные свои эти здания, эти не здания, районы. Потому что орошение мне пока не надо, мне ничего не надо обрабатывать. Кстати, янтарь как обрабатывается? Что там на нем можно строить? Давайте пока письменность, надо будет только не забыть. Переключиться, блин, забываю, escape нажимаю зачем-то. Мне не очень нравится, как ход переходит, несколько долговато.
Я понимаю, что это огромная карта, но я играл на огромной карте и до этого, и не было так долго. Так. Тут мы забираем руинку. О, очередной исторический момент. Благодарные жители переносят подарки. А, ну это все одно и то же. То есть, видите, нахождение руинок дает счет вашей цивилизации, счет эпохи. Кстати, что-то не видно варваров вообще. Между прочим, тут изменили силу варваров, то есть теперь... раньше, я думал, они всегда изменялись от сложности. Оказывается, нифига не изменялись. То есть все варвары на любой сложности были одинаковой силой. А вот теперь они должны быть сильнее на божестве. Посмотрим. А, вот это, наверное, кстати, очки эпохи, судя по всему. Вот этот вот ползунок, вот он заполняет очки эпохи. Понятно. Так, ну что? Время поселенца. Блин, ну три жителя. Всего три жителя. Мне так не нравится... Мне хотя бы на четырех строить. Не знаю. Ну, город тоже важно ставить, на самом деле. Юниты я построил. Строителей больше мне не надо. Монумент. Ладно, давайте амбар. Блин, всего лишь плюс одну пищу. Ладно, давайте поселенцы уже. Ну, не знаю. Не знаю, как-то... Как-то медленно растет у меня город. Еды как-то нету вокруг. То есть я уже, видите, все клетки открыл, мне нету как... Нечего купить здесь. Еды, чтобы... А, ну так еще и тут это не еду дает, а производство клетка. Ну, верховую езду ускорили. Неплохо, конечно. Но не то, чтобы я хотел. О, еще руинка. Здорово. Так, ну нам надо тут где-то прачником потусить, чтобы прийти город поставить. Вот надо думать теперь над следующим городом. Вот тут интересное место, но далековато от столицы. Вот тут на реке тоже можно поставить. Не знаю, конечно, как правильно так широко расставлять. Тут пустыня такая не очень прикольная. Не очень она мне нравится. И интересно, что я еще до сих пор никого не встретил. Вроде так уже широковато сходило, и тем более там у компьютеров юниты есть. Я явно не на окраине. Вот 10 веры. Плюс еще к счету эпохи. А сколько требуется для пантеона? 12 очков. Ну, кстати, можно сейчас поменять карточку и взять все-таки плюс к вере и попытаться получить пантеон. Right. О! Экиэм Роберт Брус. Скотланд ми фолвэт. Бихет трюэх фэлдэс ухуэт оттору баталья. Прикольно. Такой смесь. Давайте обменяемся с... информацией о столицах. Ну, довольно далеко. Кстати. И письменность ускорили. Отлично. Можем наш райончик строить. Уникальный. Что я, кстати, и сделаю после строительства поселенца. Я реально сразу построю район. Так, дальше мы будем открывать... Давайте, наверное, потихоньку деньги. Будем открывать... Движение здесь. Сюда подойдем. Ну вот и будет сейчас два жителя в Кёнджу. Не очень прикольно. Шотландия объявляет войну Карфагену. Жалко, что это не нация, правда. Это город-государство. Как всегда на божестве. Так, ну, берем плюс веру здесь поменяем.
как всегда на божестве, компьютер выносит города-государства очень быстро, потому что у компьютера дофига юнитов, а у городов-государств нет. Так, мне почему-то предлагает здесь поставить. Давайте подумаем, чем выгодна постановка города здесь. Ну, до мрамора и до янтаря я, конечно, дотянусь в любом случае. Что я потеряю, если я поставлю здесь? Савон я смогу тут поставить, например, около города. Да, в принципе, ничего не потеряю. Да, я до шелка все равно не дотягиваюсь в любом случае. А получу молоко, могу скот получить. Да, давайте, наверное, здесь поставим, действительно. Удалю тут метку, поставлю сюда. Так, дальше продолжаем гулять по окрестностям. И исследуем мастерство. Сейчас я 3 клетки уже скоро обработаю. Тоже янтарь есть. Наверное, вниз пойду. О, варвары. Немножко перерисовали варваров, по-моему. Слегонца. Такие. Ну, значок точно, по-моему, перерисован. Так, еще на свою столичку посмотрю. Красивую. О, блин, он уже тут поселенца ведет. Явно у нас с ним будут терки. Нет, 3 жителя еще. Так, Савон 1 ход. Да, кстати, он же еще стоит у меня довольно дешево. Поэтому давайте сразу его строить. Мне сейчас Савон будет, по-моему, 8 науки давать. Просто из-за того, что я его построил. Давайте посмотрим. 5 и 5. И что будет следующим ходом? Как можно быть таким тупым? Я раскрыл бы вам череп, но боюсь иззубрить топор. Вы просто им не нравитесь. Отличное начало игры, как всегда, на божестве. То есть компьютер без видимой причины начинает выделываться. Плюс 4 к счету эпохи. Интересно, за что? Вы впервые построили этот уникальный район. Именно вот... То, что уникальный, то, что я первый район построил, вот что именно? Трудовая повинность. Мы дальше в нее не пойдем, наверное. Так. Так, так, так. Мы идем к городу. Мы идем гипс обрабатывать. Блин, у него прачники тут повылазили. Ну, слава богу, у копейщиков будет штраф против моих юнитов, да и вообще против варву. Гильгамеша Кьенги! У Шаруру Канаку! Вот у меня рандомная нация. Это не новая, это уже была в игре, просто она рандомно появилась. И Гильгамеш уже Брюссель захватывает. Вот. Ну, я надеюсь, что... Гильгамеш будет с шотландцами воевать, и им будет до меня нет дела. О, не отправляется делегация. Объявить внезапную войну, заключить сделку. Ну, у них уже... У них сразу 2 города, понимаете? То есть, не сразу 2 города, точнее, а 2 поселенца. Ну, шотландец уже 3-й поставил, конечно, ему... Он будет ругаться на меня и считать, что я тупой, слабо развивающийся и так далее, и так далее. Неприятно слышать, конечно, ну что сделать. Так, нет, 9,5, смотрите. 9,5, а почему так мало? 4 от района Савона. Странно, а у него бонуса от гор, что ли, нету? Слушайте, так может у него бонус от гор? Тогда это не очень крутой район. Будем честны, сейчас я проверю. Просто я посмотрю научный район. Вот Савон, да? Плюс 1 очко, плюс 1 науки за каждую правительственную площадь, но минус от каждого соседнего клетки района, да?
А теперь смотрим, что он заменяет у нас кампус. И в кампусе написано «да». Плюс науку от горы, плюс «да». Это не такой уж прикольный район, как я думал. Я думал, он имеет все те же бонусы, что и кампус. Но при этом изначально там плюс 4 вот это. То есть у Савона просто плюс 4 к науке, но никаких тех же бонусов, которые имеют все остальные районы, он не имеет. Тогда, ребята, это не так весело. Так, за встречу с шумерами тоже плюс. Видите, надо находить другие цивилизации. И вам будут давать еще очки. Так. Хронология моей цивилизации такая. Уже прикольная. Ну, давайте тогда думать, что строить. Торговца. Уже сразу между городами. Просто вот сюда идти, города ставить, это с шотландцем иметь проблемы. Хотя у меня не так много уже места, куда города ставить по-хорошему. Давайте, наверное, торговца все-таки. Начнем с торговца. Ну что, захвачен сейчас будет Брюссель. Не, видите, уже не восстанавливается, посадили, да? Шумер уже захватил Брюссель. Класс. Сверху у меня уже сидит... Так, давайте... Вот я думаю, вылечиться мне или убить. Давайте, наверное, убью. Не думаю, что этот копейщик сможет меня убить. Ладно, пойдем смотреть, что тут тогда. Ну, как-то мне не нравится уже все-таки, как нас окружили в некотором смысле. И куда развиваться мы можем? Боже, еще и зулусы с той стороны, нифига себе. Ungalokothi uflathela amabutho ami. Ngeke ngilenze lelo phutha. Да. Мне кажется, это будет тяжелая игра. А довольно близко. Зулус. Ну, если я буду в ту сторону города ставить. А этот чего так меня не любит? Еще осуждение вынес. Непонятно, что тут у шотландца, что ему в голову стукнуло. Так, ну мне, я так понимаю, осталось всего 2 очка эпохи получить, чтобы у меня не было темных веков. Ого, с кем он там... По-моему, ацтеки там были. Сверху. Когда у меня будет пантеон? Хотите 12 очков веры, ну. И в чем дело? Почему мне не предлагают пантеон создать? Ладно, я постою тут, хочу через речку перейти. Так, давайте проапгрейдим. Юнитов ближнего боя. Так, здесь ставим город. Здесь обрабатываем. Еще и каменная кладка ускорилась. Так, сразу отправим караванчик. Ну что, блин, поселенцы. Где мне еду тут взять? Что ж так с едой-то нехорошо? Ну, видимо, все-таки надо амбар. Да жилья и так дофига. Юниты, ну, мне кажется, не стоит пока строить. Строители лучше купить. Ладно, давайте поселенцы. Территорию исследуем. Блин, и тут нету прохода. Ну, надо будет где-то вот на этом озере, получается, ставить. Блин, ну все как-то не очень.
все мне не очень нравится на этой территории. Так, что мы в этом городе в первую очередь построим? Наверное, Савон надо строить. Теперь, значит, получается, тогда логика постановки этого района в том, чтобы ставить его просто на ненужных клетках. Ну, давайте думать. Вот эти клетки, они нужны, потому что я тут буду фермы строить, они друг на друга будут всякие бонусы давать. Что янтарю нужно для обработки? Ну, я могу тут, наверное, поставить. На холмах. А, он может быть только на холме построен. Интересно, почему тут он дает плюс 4 внезапно, а здесь только... Точнее, знаете что, это глюк. То есть он показывает бонус, вот это мне показывает бонус, если бы я ставил просто обычный кампус. То есть вот это показывается, как мне понимается, для кампуса обычного. А Савон это необычный кампус, он не получает бонусы. Он наоборот, он бонус только от правительственной площади получает и все. Поэтому, видимо, блин, придется... Еще, видите, от него минус в том, что он на холм должен быть ставиться. То есть он теряет производство. У города забирает производство. Это, конечно, не очень гуд. Так, Стоунхендж построили, мастерство ускорили. Задание Вавилона выполнил. Что у нас тут вообще по заданиям? Нанять великого ученого, создать военный лагерь. Блин, все-таки как-то близко сосед. Да, видите. Аханда Джамбудипас, Моряса Адхираджа, Аханг Чандрагупто, на Идханг Мамасисе, Анупависито. Нет, это не ацтеки, оказывается, это Индия. Ну, вот это нормальная генерация столиц. Вот так вот они близко расположены между собой. Нет, конечно. А вот и пантеон. Почему-то на 14, на 14 очках, а не на 12, как писалось. Тут были новые пантеоны, по-моему, какие-то появлялись. Или это с патчем каким-то прошлым было. Я не вижу, что тут есть какие-то новые пантеоны, так что, видимо, это с патчем. Ну, искру божью хочется взять. Остальное я не вижу, чтобы у меня... Ну, хотя оливки еще будет новый ресурс роскоши. Не вижу, что там какие-то у меня такие ресурсы, ради которых стоит... брать пантеон. Искра божья универсальная. Мистицизм получил. Вот. Ну, смотрите, я так понимаю, что у меня уже в любом случае будет обычный золотой век. Что меня радует. Как минимум не темные века. Военную традицию ускорили. Вот. А, вот, смотрите, зелененьким, желтеньким пошло. Вот и тепленькая пошла. В общем, желтым это уже, значит, набор очков для золотого века. Вот если я наберу для золотого века очки, то у меня будет золотой век. Прикольно. Прикольно. А вот что не прикольно, так это мое расположение. То есть, видимо, мне вот надо вот сюда города ставить. Тут-то никто, конечно, не претендует на эту территорию, но... Не очень расположение, по-моему. Деньги ускорили. Так, ну мне туда нету смысла. Ну, тут я так понимаю, что между зулусами... А у них не идет ли война между собой, кстати? Да, идет война, кстати. Прикольно. Это здорово. Меня это устраивает. Я был бы очень рад, чтобы еще Индия этого зулуса вынесла, потому что, судя по особенностям зулусов, я не знаю, как с ними можно будет воевать. Так, очередной город-государство.
А видите, уже пишут, что город-государство. If it does not bring you happiness, раньше at least писалось, help you be miserable and comfortable. А теперь уже пишут, что... Вау, я перешел в античность, и мне плюс одну... Так, ну и что? Пока еще все в древнем мире. Пока непонятно, когда... Ну, пока у меня будет обычный век, текущий век для цивилизации, у всех обычный. Но мне бы еще хотелось знать, когда будет переход в следующую цивилизацию, в следующую эпоху. Так, здесь прохода нету, наверное, да, нету. Еще руинки, здорово. Не знаю, надо думать, где город ставить. Тут еще вот этот придурок Гильгамешский вполне может припереться всей своей армией ко мне, вот этой фигней заняться. Очень бы не хотелось. А вот храм Артемиды вернулся. Ей, чудо из пятой цивы. Каждый лагерь, пастбище и плантация в пределах 4 клеток от этого чуда дает плюс одно довольство. Лагерь, пастбище и плантация. Ничего себе. Так очень нехило. А само чудо еще плюс 4 пищи и плюс 3 жилья. Очень, кстати, неплохое чудо. Особенно если кому-то насыпет лагерей, пастбище и плантации, так там вообще можно о счастье забыть на долгое время. Так. Давайте потихоньку обработку бронзы. Надо только будет отменить ее со временем. И купить ли мне тут рабочего, я вот думаю. Ну тут, правда, обрабатывать пока только янтарь, если. С другой стороны, пшеницу можно обработать и мрамор потом можно обработать. Клетки стоят 30, а строитель 105. Давайте возьмем, почему нет. Еще один город-государство побежден. Так, что у нас тут с войной? Между зулусами. Вот, древний мир закончится через 10 ходов. Прикольно. Это начинают писать. Так, ну, в золотой век я явно не успею выйти. Но тот факт, что пишут о том, когда закончится эпоха, это прикольно. Так. О, у нас тут варвар. Во-первых, стрельбу из лука ускорили, во-вторых, обработку бронзы, потому что 3 варваров убили. И заодно убили пращником. Как у меня тут все ускорилось. Замечательно. Так, этот у меня пращник будет сопровождать поселенца. И этот у нас, я вот просто думаю, что раньше стоит обработать пшеницу. Ну, со счастьем-то у меня, вот именно что проблем нет, а у меня проблема с ростом, блин. Поэтому давайте мы, наверное, пшеницу все-таки первым делом обработаем. Так, надо еще про эти руинки не забыть. Так, ну, чтобы быстрее выкладывать игру, на этом первая серия закончена. Сейчас я ее обработаю и выложу, и надеюсь... Вторая будет в очень скором времени. Давайте напоследок глянем на... Skill without imagination is craftsmanship and gives us many useful objects, such as wickerwork picnic baskets. Пожалуй, не буду пока... Я поставлю только производство вот здесь. А против варваров менять не буду. Глянем хронологию. Как у нас красиво идет. Все. Ну, будет, видимо, нормальная у меня эра. Я до золотого века явно не дотяну. На этом пока все. Ждите вторую серию вскоре. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк.
А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.